Всем привет! С дедом едем. И с Танюшкой. За черникой. Сейчас проведем разведку боем. Да, дед? Был там, говоришь? Есть ягода? На всякий случай надо было. Им особо негде там. Чего? Совком собирать. А, совком. Что мы сегодня проверим? Едем на Ахатов кордон. Будет такая экскурсия по нашему лесу. Там, говорят, поле засеянное. Медведей и кабана кормят. Вышка. Да, вышка. Через 3 недели откроется охота на медведя, на овса. Вот. Здесь, видишь, прогнил лес какой. А что, тут не проехать, да? Тогда вообще вода стояла, как озеро. Сколько ты сюда труда-то вложил? Да нет, блин. Вот поле. Овса посеяно. Ахатов кордон. Вон там вышка. Ну вот здесь стоял? Наверное. Охотятся с вышки? А, это да. Раньше я... А здесь еще одна деревца была. Раньше, когда я начинал охотиться, вот на этой вышке... Вот здесь же вышка была. А? Да, я вот здесь вот сидел. Вот в прошлом году вот тут ловушку ставил я. А сейчас вот они организовали вот такую вышку. Прикормочная площадка. Смотри, тропа-то вроде... Это я ловушу, вот. Зерно. Осыпано. Жук какой зеленый. Зеленый жук. Овес посеян. Складненький только что-то. Бать, а Мишка-то умял. Смотри, все умято медведем. Вот с этого угла начинает ходить, смотри. Вот следы жизнедеятельности медведя. На жопе ползает и ест. Свежее, кстати, это все дело. Овес только поспевает, а он уже его начинает есть. Горох. Вот. Косточки фекалии. Медвежьи ягоды малины, получается, и овес, да? Угу. Вот он укатал здесь, только начал питаться, наверное, пару дней, как, да? Да, там, может, даже за одну ночь. Смотрите, ребят, Мишка лакомился. Вкусно тебе было, а? Любитель сладких ощущений. Всю малину поел, а? Красотища, да? Mm-hmm.
Смотри, тут сколько малины. И медведь, смотри, как лакомился. Он медведь, что ли, снял ее. Блин, красиво, наверное, да, вот посмотреть? Он тут покушал. Прикольно, да, смотреть? Сейчас мы делаем палочку. Будем делать, как она называется-то? Муравьиный коктейль. Муравьиный коктейль, да. Мадейн. Лесной ресторан. Так, затачиваем. Сейчас скажу, вот горчинку будет давать. Мочим. Подходим к муравейнику. Будем их. Ребята, пойдем. Укладываем. Смотришь, там струйки такие. Тихо. Видно? И они начинают. Держи только. А если сделать вот так, рук, вот так. О, видишь? И они начинают. Стройки только вверх. И аромат, знаете. О, кислота. Сногсшибательная. Все. Отряхаем. Вот. И. Попробуй. Москвичи пробуют муравьиную кислоту. Ты прям это облизывай. Кисленько. Прикольно. Да. Вот это такой чупа-чупс, да, лесной. Вот на мочи и опять положи. Видишь? Они прям ложатся и все, стряхиваешь и муравьишек. Стряхивай, стряхивай. В нос прям бьет. Вкусно, да? Вот так вот, ребят. Кислота. Получаем витамины. Сейчас еще чернику поедим для зрения. Очень полезно. Вот. Дышим свежим воздухом. Людям, живущим в городах, этого не понять. Ну вот, ребят, добрались мы до черники. Смотрите, здесь такое болотишко. Мох. Вот такие вот ягоды. Вкусные. Все собирают. Дед, он как медведь. Двумя руками. Ладно, конечный результат покажем в конце у машины уже, я думаю. Хотя будет что интересное, еще покажу вам. Ну вот, потихоньку собираем. Смотрите, какая красота. Черника в этом году мелкая, поэтому приходится долго собирать. Но ничего, мы упорные. Вокруг нас слепни, комары, жара. Ладно. Зато мы в лесу, тишина. Муха не лазит. Так вот. Ну что, ребят, вот и провели мы разведку. Черники немного, много. Руки все вон какие. Как будто, не знаю, набрали бульон. Набрали два ведерка вот постолько. Ну, получается 3 литра. Вот. Немножко грибочков. Лисичков с этими сыроежками. Вот как-то так. Комары нас съели. Вот какой букет набрали. Так что поддержите канал, подпишитесь, поставьте колокольчик и палец вверх. Все. Это у нас сегодня первый день в республике Мариэл. Завтра еще что-нибудь будем снимать. Всем удачи, пока.